Святая Дева Каридад, спаси и сохрани сына твоего, Висента. Сделай так, чтобы операция закончилась хорошо. Дай силу врачам. Я прошу тебя, Святая Дева, но облегчи его страдания. Сколько радости этот человек приносил людям. Как я мечтала хотя бы увидеть его вблизи. Теперь я могу смотреть на него, могу смотреть хоть целые сутки, но я не смогу ему этим помочь. Молю тебя. Маманя, ну как он? Операцию начали. Мы его просили, уговаривали не подходить к микрофону. Нет, не послушался. Он пел, улыбался, и вдруг автоматная очередь. Вот зверь. Я бросился к нему, мы донесли его до машины, вот прямо к вам. Еле-еле пробились, на улицах солдат полно. Кто его оперирует? Иностранцы. Как иностранцы? Своего не могли найти. Найди опытнее. Опытнее? Да кто для них, Висенте? Зарежут и... Ладно, из каких стран? Американка. Вот только ее там не хватало. Кто еще? Англичанин и русский. Американка, англичанин и русский? Странное трио. А ты почему здесь? Стояла бы там и следила. Не смогла стоять там. Не смогла смотреть на Висента на операционном столе. Позвонили? Да, сеньор. Ранен певец Висента. Операцию начали, но опоздали. Я уже собирался выйти из отеля. Вдруг врываются какие-то люди с автоматами, дают очередь в потолок и кричат. Коммунисты! Есть! Все молчат. А потом какой-то тип негромко произнес. Вот, коммунист. И показал на пожилого человека. Его схватили и увезли. Ковбойский фильм. На потолке остались дыры от пуль. Совсем озверели. Но у нас здесь тихо. Не хватает, чтобы еще здесь стреляли. Амани, да. Там внизу ребята ждут. Как только закончится, придешь и сообщишь. Стреляют все ближе. Ну, сюда они не посмеют войти. Это государственный госпиталь. Эти вояки переступят любой порог. Я прошу вас, не волнуйтесь. Хотите, сварю вам кофе? Лучше таблетку чего-нибудь успокоительного. Хорошо. У нас ведь не дня покоя. Левые борются против правых, правые против левых. А сегодня военные взялись за оружие. Генералы дряхлеют, когда нет войны. Дорвутся к власти. Власть. Коротенькое слово. Насколько в нем притягательной силы. Люди готовы на все, лишь бы ухватить власть или хотя бы прикоснуться к ней. Но как заманчиво и обманчиво это слово. Ну, захватишь власть, а ведь потом нужно ее удержать. Опять борьба. Если бы власть давала бессмертие. Но, увы, и власть имущие умирают. И когда их везут на кладбище, люди часто даже не глядят в их сторону. Скажите, сеньор, как он?
Окей. Окей. Я пойду сообщу ребятам. Простите, коллеги, я опоздал. В городе происходит черт знает что. Стреляют. До чего дожили? Политика, война, война, политика. Будто и слов других нет. Будто в нашей жизни не осталось ничего прекрасного. Дорогой коллега, было бы ужасно скучно, если мир не безумствовал. Вы представьте прошлый век. Тихо. Стучат копыта лошадей по мостовым. Неспешно прогуливаются пары, люди играют в карты, пьют чай, сплетничают. Стоячее болото. А теперь в одной стране капиталисты борются с коммунистами, в другой коммунисты с капиталистами. Не соскучишься. В той жизни тоже была своя прелесть. Горит камин, в кресле бабушка с вязанием в руках, дети играют в кубики, уют, тишина. Жизнь, борьба. Да, ну вот и боритесь операционного стола. Сердобольная женщина, вы мне нравитесь. Видели, какие у Егорова руки? Пальцы чуткие. Как быстро он пулю нашел. А какие спокойные глаза. Никакого страха, никакой растерянности. Просто удивительно. Уж не влюбились ли вы в этого русского медведя, Джейн? Егоров человек, по-моему, вполне европейский. Правда, Клод? Да, я вызову его на дуэль. А он ко мне абсолютно равнодушен. Знаю этих русских, они умеют скрывать свои чувства, ну, верно? Да, а вы их постоянно афишируете. Особенно, когда речь идет о женщинах. Как вы вчера пели, Бен? Ночью мне приснилась сладкая мулатка. А сколько вы перечисляли ее прелести. От негров у них темперамент, от индейцев нежность, а европейцы дали светлую кожу. Только современной женщине хорошо еще и голову иметь. Да, это, конечно, верно, Джейн, но хорошо, когда она обладает и другими достоинствами. Да. Вы знаете, на чем держится современное общество? На сексе и спорте. Без них люди давно бы погрязли в политике и взорвали бы этот земной шарик. Старика Чарли Чаплина перед самой смертью спросили, что ему в жизни доставляло наибольшую радость. Что? Знаете, что он ответил? Теннис и женщины. Секс, двигатель прогресса. Да, с женщинами ему явно повезло. А сеньор Егоров еще не приходил. Пропал ваш спаситель. Сказали, что сейчас будет передано какое-то важное заявление. Сеньоры, прошу внимания. События, которые сегодня происходят в нашем городе, волнуют всех. У нас в студии глава революционной хунты полковник Матеос. Учитывая серьезный экономический, социальный и моральный кризис, подрывающий жизнь нашей страны, и неспособность правительства остановить разрастание хаоса, мы, военные, едины в решимости взять власть в свои руки, освободить отечество от марксистского влияния, навести порядок в стране. Редакции газет и радиостанции, контролируемые левыми партиями, должны немедленно прекратить работу. В противном случае мы применим оружие. Всем жителям города предлагаю оставаться дома во избежание ненужных инцидентов. Грозный полковник. Кажется, мы влипли в историю. Надеюсь, эти их передряги врачей не коснутся. Пуля может в любого угодить. Это верно. Наконец-то явились. Сеньор Егоров. Боже мой. От всех поклонниц Висенте. Ник, вас теперь зацелуют до смерти. Ну, об этом можно только мечтать. Джейн. Да, вы ревнивы, Джейн. Ну, естественно, я женщина. Вы хирург. Да. Что же в таком случае добивается моей любви? Но вы неповторимы. Ну, как мне завоевать ваше сердце? Меньше стараться. Ну, что ж, нам пора в отель. Подождите. Сейчас придет карета скорой помощи, вас отвезут. А мы все уедем на моей машине. Нет, нет. Вот сейчас
на скорой безопаснее. Скорая не броневик. Вы слышали, что говорил этот полковник? Ну, зачем рисковать? Да что в самом деле, поехали. Джей, действительно не стоит торопиться. И, быть может, мы еще понадобимся больному. А я вам всем сварю кофе. Кофе? Кофе, приготовленный мулаткой. Что может быть прекраснее? Само очарование. Скажите, сеньор Егоров, а сейчас больному ничего не нужно? Пусть он поспит, Амани. А когда проснется, вот вручите ему этот сувенир. Вот убийцы. И часто вам приходилось извлекать пули, Егоров? Нет, совсем не часто, нет. Откуда же такое мастерство? На войне нагляделся и сам был ранен. Сколько же вам лет, Егоров? Да много уже, Клод, много, уже за 50. Правда? Ну, правда, конечно, правда. Мне казалось, вы моложе. А я стараюсь, Аманя, я бегаю по утрам. Дед, наверное? Нет, не удостоен. Дочка замуж не торопится. Господи, что такое возраст для мужчины? Ну, вообще-то, это не последнее дело. После 40 человек такой, каким он себя сделал. Да, это верно. Красивые идиоты с возрастом дурнеют. Ну, надеюсь, к сеньору Егорову это не относится. Конечно. Ник, а вы совсем не похожи на русского. Я однажды видела русского бородатый и в красной рубашке под поясок. Да, где же вам это посчастливилось увидеть, Джейн? Да, лет 5 назад с мужем путешествовали по Боливии, сидели в ресторане. Вдруг он явился, сел за стол, потребовал бутылку водки, всю выпил один, представляете? А потом громко запел. Впечатляюще. Среди русских эмигрантов таких нетрудно найти. Я видел и фотографии на обложках журналов. Глаза пьяные, зубы стиснутые, подпись. Хотят ли русские войны? И тут же ответ. Посмотрите на него. Разве он может жить без войны? Еще бы. Это такое веселое занятие. Так, может быть, вы и водку не пьете? Да иногда случается. Вот тут недавно я ночевал в одном частном доме. Смотрю, на тумбочке перед кроватью стоит стакан, наполненный до краев. Я думал, минеральное. Отхлебнул пропасть водка, спрашиваю хозяйку, зачем? Она мне отвечает, говорят, русские без стакана водки не засыпают. Запьешь тут? А я умоляю, пусть русские будут сильными. Пусть пьют водку, поют песни, да пусть любят до слез. На свете все меньше и меньше остается настоящих мужчин. И вот говорят русские, среди них лучшие. Вот как. А французы? Наверняка сразу за ними идут французы. Мерси. Ну, а потом уже идут англичане. Ну, благодарю за комплимент. Ну, так говорят. Моя мама часто говорила, что русские всегда готовы принести себя в жертву. Это правда? Любовь требует жертв, Джейн. Я сказала серьезно. Мама во время войны собирала вещи и в Россию отправляла. И у нас даже хранится такое письмо от одной русской женщины. А я помню эти вещи. Я помню, как моему младшему брату досталось клетчатое пальто. А с нашими солдатами встречались те годы? Ну, конечно, в 45-м, в Берлине. Я помню, ехал как-то по Берлину на Виллисе. И вдруг у меня спустил баллон. Я остановил машину, чтобы заменить колесо. Пытаюсь открутить запасник. У меня ничего не получается, не поддается. Мимо проходили американские солдаты. Один из них показывает на Виллис и говорит, very good. Я ему протягиваю гаечный ключ, ну помоги, говорю, открути этот very good.
Он подошел, попробовал, не получается. Другой взял, не выходит. А в это время проезжал на полуторке, это такой был у нас небольшой грузовичок, полуторка. Наш водитель, дядя Миша, остановил машину, подошел, поглядел. Дай, говорит, я попробую. И попробовал. Крутанул, только в обратном направлении. Оказывается, какой-то умелец нарезал левую резьбу. Ну, хохотали американцы, благодарили дядю Мишу за сноровку. Потом я их посадил на Виллис и вместе гоняли по берлинским улицам, распевали. Выходила на берег Катюша. Симпатичные были ребята, веселые, чем-то похожие на нас. Сеньор, все, кто любит Висента, благодарят вас. Вот, пожалуйста, примите самое дорогое, что у нас есть. Это его песни. Спасибо. Это у нас единственная его пластинка. Ну, спасибо, парень. А это вам? Благодарю. А мне? Вам? А вам спасибо от всех. Большое спасибо. Ну что ж, я тронулся. Сеньор, простите, одна просьба. У вас случайно нет советской монеты какой-нибудь? Сейчас гляну. Ну вот, возьми. Спасибо. О, это пятачок, верно? Откуда ты знаешь, верно? Да ваши специалисты тут дали одному нашему такой же. Но он в нем дырочку проделал, теперь вот здесь носит, хвастается. Слушай, пятачок, ты бы уходил отсюда и ребят своих уводи. А за Висента мы приглядим. Пусть не волнуются. Приглядите. Да. Сержант Эрнандо. Здравствуйте, сеньор. Проверь. Что вам здесь надо? Мы охраняем госпиталь. Проверь. Тогда скажите, где карета скорой помощи? Машина перевозит раненых. Должны отправить на ней врачей. Врачи останутся здесь. Вы не в казарме, сержант. Понимаете, сеньор, мне приказано не выпускать вас из госпиталя до окончания военных действий. Да как это не выпускать? Кто вам дал такой идиотский приказ? Мой командир. Я еду в отель. Зря вы так, мисс. Мисс! Хунта же обращалась к населению с призывом не оказывать сопротивление армейским частям. Вот, например, на фабрике «Лагунас» рабочие закрыли ворота, пытались не пустить солдат. Солдаты вынуждены были применить оружие, имеются жертвы. Зачем? Где ваш командир? Капитан Берланге руководит боем. Пако? Да, сеньорита Пако Берланге. Да ему-то я сейчас позвоню, но я ему скажу. Ему некогда сидеть у телефона. Но вы с ним как-то связаны. Ну, в бронетранспортере есть рация, можно попробовать. Я прошу вас, не волнуйтесь. Я сейчас все улажу. Да я его хорошо знаю, он отличный парень. Пошли, сержант. Сеньорита, а если он даст мне нагоняй? А вы не волнуйтесь. Мой голос он будет рад услышать. Эй, сержант. Здесь неплохое местечко. Вот и останься там. Окей. Капитану все, все скажу, пусть только он сюда явится. Может, он не знает, что врачи Красного Креста, как и дипломаты, пользуются правом неприкосновенности. Израильтяне арестовали врачей Красного Креста, и ничего, мир проглотил эту горькую пилюлю. А что должен был делать мир? Защищать врачей. А чего захотели? Через гуманность к миру девиз Красного Креста. Вы наивный человек, Клод. Наверное, молитесь перед сном? Перед сном я принимаю таблетку снотворную. Ну что? Молитвы тоже, говорят, помогают. Религии часто прикрываются лицемеры. И зачем искать веру на небе, если земля так прекрасна?
древние понимали красоту жизни, они знали цену свободе, здоровья, вечной любви. Значит, вы верите в Карла Маркса? Читал Маркса, но меня не увлек. Борьба классов, надежда на будущее, политика. Политика. Но ваш соотечественник Монталамбер сказал однажды, Клод, вы можете не заниматься политикой, политика все равно займется вами. Я уехал из Франции, она теперь мной больше не занимается. Как странно, а когда вы воевали с бошами, разве у вас не было, как вы говорите, надежд на будущее? Были. А вы теперь посмотрите вокруг. Раньше люди объединялись для того, чтобы убить зверя. А теперь гениальные головы заняты тем, чтобы как бы изобрести новое средство для убийства человека. До чего дожили? Мир может погибнуть в любую минуту. А оставшиеся в живых будут бродить по берегу высохшего и безжизненного моря. Ну, не надо так безнадежно. А как изменились люди? Те, с которыми я воевал, теперь завертелись в вихре политики и потеряли свои человеческие черты. У меня была детская клиника в Лионе, содержать ее было трудно, требовалась субсидия. Я пришел к президенту муниципалитета Тревану, с которым воевал. Он принял меня, сидя в своем роскошном кресле, произнес целую речь о любви к детям, но субсидии не дал. Деньги нужны были на строительство казарм. Я вынужден был закрыть клинику и уехать. Вам трудно живется? Живется нелегко. Скажите, Клод, вы потеряли веру? Веру я не потерял. Я верю в гармонию человека и природы. Мечтаю пожить среди индейских племен, которые еще сохранились в этой стране. Вы это серьезно? Серьезно. Вот там можно увидеть духовную и физическую красоту человека. Ощутить его неразрывную связь с природой. Наденем набедренные повязки и в джунгли. Зря иронизируете, Бен. Современный человек действительно многое потерял из того, чем одарила его природа. Джейн, а вы что, тоже не против джунглей? Могла бы. Ну что ж, американцы любят экзотику. Да. Я рад, что познакомился с вами, Клод. Рад. Вот действительно, лечим, оперируем. А поговорить все как-то не получалось. Все в порядке. Пако скоро приедет. Амали, а почему он не приказал выпустить нас? Он сказал, что в городе действительно неспокойно. Ну зачем вам рисковать? Он сейчас приедет, отправит вас в отель под охраной. Да вы не волнуйтесь. Он парень хороший. Я ведь давно его знаю. Когда-то даже влюблена была. Потом, правда, наши пути разошлись. Не видела его целый год, а он уже капитан, подумать только. Да нет, все будет в порядке. И вот что. Я сейчас поставлю эту пластинку. Послушайте, Висенте. Я помню тебя, Аманда.
Разъедемся. Бен в Лондон, Клод в Париж. Вы в далекую холодную Москву. Я в громыхающий Нью-Йорк. Будем ходить по разным улицам, у каждого начнется своя жизнь. Может, еще все образуется. Генералы повоюют, разгорячат свою кровь и успокоятся. Да если они начали, пойдут до конца. А у нас так говорят. Вперед горе не ищут. Вперед горе не ищут? Угу. Да. Ну, а тогда и не стоит грустить, правда? Вы не представляете, сколько я здесь увидела нового, узнала, поняла. Господи, ведь могла же дома просидеть. Ну, мужьям это больше нравится. Да, мы просто мечтал об этом. А вы? Вирус эмансипации? Да нет, одиноко дома было. Мужу я была нужна только как приятное развлечение. Ну, женщины. Правда, правда. Я очень быстро поняла, главное для него дело. Минуту в минуту вставал, съедал сэндвич, выпивал кофе и в офис. После обеда дремал в кресле ровно полчаса. Вечером выпивал двойную порцию виски, курил сигару, играл в покер. Ну, наверное, были и другие радости. Были. Каждый год меняли автомобиль, а весной и осенью отдыхали в Майами. А кто ваш муж? Управляет страховой компанией. У нас все страхуют, будто от этого меньше несчастья. Знаете, я никогда ничего не страховал из суеверия. Американцев в последние годы все больше одолевает страх. Страх заболеть, страх попасть в автомобильную аварию, страх перед атомной войной. Ну что, у вас не так? Нас уже так много по разным поводам пугали, что мы теперь мало чего боимся, Джейн. А у нас даже есть такая модная песенка. Почему бы нам не порезвиться и не пустить ракеты на Париж, на Лондон и Москву? Да, как свободно было бы после этого в Европе. А действительно, гуляй сколько хочешь. Это какому идиоту могла прийти в голову мысль написать такую песенку? И нашелся идиот, а? И написал. Я когда уезжала, муж мне кричал, чего тебе не хватает, психопатка? Могу бросить к твоим ногам $100,000, представляете, 100 000? $100,000, Джейн, я себе представить не могу. Это что ж, даже захочешь пересчитать, ты не сосчитаешь. Нет, не могу. А я уехала. Скучно мне было. Ну что? Что? Скажете, всем скучно? Пока помолчу. У вас в России, наверное, все иначе? В каком смысле? Ну, мы живем с вами в разных измерениях. У нас материальное благополучие и сытость, а у вас ведь этого никак достичь не могут. Ну, почему? У нас до некоторых вещи тоже стали мерилом счастья, да. Ведь эта сытость так многое разрушает в людях. Согласен. Это сытые ищут острых ощущений. И жизнь их становится пошлой, примитивной. Ведь есть же другие. Те, которые живут мучительно сложно, с таким великим напряжением души, стремятся к чему-то высокому, духовному. Есть? Ну, есть, конечно, есть. Человек все-таки не одноклеточное существо. Так это сама жизнь часто заставляет нас быть такими. А вы не поддавайтесь, Джейн. Я не поддаюсь. Зря я с вами этот дурацкий разговор затеяла. Вы меня не понимаете. Я вас очень хорошо понимаю. Понимаю. Я очень рад. Джейн, скажите, у вас, наверное, нет детей? Нет. Муж не торопился обзаводиться ими. Это нарушило бы привычный ритм его жизни. А сколько лет вашей дочери? Моей уже за 18, совсем взрослая. Да. Жаль, редко видимся. Может, я сам в этом виноват? Меня, знаете, тоже все время куда-то заносит, и не только в личной жизни. Меня супруга даже окрестила чудаком-авантюристом. Да, может, она и права, надо было в науку идти. А вы? А я вдруг увлекся музыкой. Да, потом стал изучать испанский. Меня друзья даже окрестили Дон Кихотом медицинским. Да. Я до сих пор диссертацию не защищал, следовательно, не титулован. Супруге это нравиться не могло. Вы в разводе? Юридически нет, но живем-то уже давно отдельно. Правда, иногда она появляется
у меня вместе с дочерью и потешается, как это она говорит, над моим неустроенным бытом. Ну, а что же вы не можете арендовать приличную квартиру, нанять прислугу, шофёры? Ведь вы же замечательные, вы первоклассный хирург, очевидно, много зарабатываете. Арендовать? А зачем мне нанимать шофёра? Я сам вожу машину. Ну, не монахом же вы живёте. Знакомые женщины есть. У вас что, не было среди них друзей? С женщинами дружить невозможно, Жень. В дружбе необходима открытость, а в любви недосказанность. Это, думаю, несовместимо. Так. Значит, нельзя любить с открытой душой? Не знаю. Только я всегда мечтала об этом. Я тоже мечтал. Значит, виноваты мужчины. Наверное, они склонны видеть женщине только одно. Сеньор Егоров, давление уже нормальное, пульс 80. Спасибо. Извините. Спасибо. Ник, а вы когда впервые обратили на меня внимание? Ну, кто это вам сказал, что я на вас обратил внимание? В клинике Гомеса я вдруг увидел ваши серые глаза. Мне стало видно удивительно спокойно и хорошо. Но снова захотелось видеть вас. Я так рада, что вас привлекли мои глаза, не что-нибудь другое. Ну, почему? Этим другим вас Господь тоже не обидел. Ну, тогда, может быть, это другое, а потом уже глаза? Сначала все-таки глаза, а потом все другое. Вы сегодня во время операции удивительно точно и быстро угадывали все мои мысли. Во время операции, да, сейчас. Сейчас я перед вами весь как на ладони, Джейн. И был бы рад вместе с вами отгадывать тайну единства любви и дружбы. Ник, если бы вам предложили хорошую клинику в Нью-Йорке, $1,003 в месяц, вы сами только что говорили о своей неустроенности. А с такими деньгами можно иметь хороший дом в приличном районе, прислугу. Да? Нет, Джейн. Ну что, я бы не смог. Нет. Вы знаете, когда я возвращаюсь из-за границы домой, вижу наших, слышу нашу речь, чувствую и говорю себе, черт возьми, я дома. Приезжаю в свою маленькую квартиру, мне в ней уютно. В клинике у меня с каждым свои, порой очень особые, но отношения. Понимаете, я бы уже без всего этого не смог. Но ведь я знаю, что из вашей страны некоторые уезжают, знаю. У нас так говорят, где родился, там и сгодился. Я бы не смог долго жить за рубежом. Как вам точнее и проще объяснить? Вот мы с вами днем говорим по-испански. Ночью вдруг просыпаешься и начинаешь говорить по-русски. И говоришь сам с собою. И тогда услышишь вдруг, как звучит родное слово, что оно не смысл и звук, а уток пережитого наших радостей и мук. Что это я? Жаль, что вы не знаете русского языка. Я уже учу. Правда? Значит, что же, еще, может быть, и по-русски поговорим? Джейн, I study English. Yes, I learn English. Отличная операция, Егор. И парень хороший. Капитана до сих пор нет. Пытается захватить радиостанцию. О, как хорошо, что не больница. Оставьте свой юмор для другого случая. Бен! Что с вами, Бен? Где ваш оптимизм? Знаете что, какой-то капитан распорядился, и мы вынуждены сидеть как арестанты. А я хочу есть! Сеньор Бен, ну, может быть, еще кофе? Утром я договорился с метрдотелем,
чтобы мне на обед приготовили кусок телятины. Лучше бы думали о собственной жизни. Мы в ловушке. Ну, я прошу вас, не волнуйтесь. Паку скоро приедет. Полковник Матеус заявил журналистам, что он не позволит иностранцам, кто бы они ни были, вмешиваться в наши внутренние дела. Он особо указал на подозрительные действия советских специалистов, работающих на строительстве комбината. Может быть, на стройку из Советского Союза прислали не инженеров и техников, а офицеров и комиссаров, которые учат наших коммунистов держать оружие в руках. Бесполезно. Полковник Матеус заявил, что в течение дня будут подавлены все очаги сопротивления. Что вы на это скажете? А что я могу на это сказать? Идиотизм. Какие офицеры, какие комиссары? Я отлично знаю этих ребят. Это строители, превосходные строители. Надо позвонить представителю Красного Креста. Пусть пришлют вертолет. Когда будет подлетать к городу, его собьют. Мы настроены слишком мрачно, Бен. Да чего тоже. Врачи, люди самой гуманной профессии в плену. Это верно. Люди горланят на митингах, а потом стреляют друг в друга. Потому что хлеба нет. Нынешний президент человек порядочный, добрый. Да, а во главе государства должен стоять скряга. А этот добрый, обещал много, дал мало. Вероятно, ему мешали. Кто, позвольте узнать? Полагаю, вы сами догадываетесь, Бен. Джейн, вас брошен камень. Я не государственный секретарь. Вам что, безразлично, что говорят о штат? Да не волнуйтесь вы за мою страну, она за себя постоять сможет. Пустите! Пустите! Господа, кто из вас русский? Я. Вы? Вы? Позвольте представиться. Шахов Владимир Сергеевич. Егоров Николай Владимирович. Давно из России? Нет, недавно. Заметно, заметно. Совсем? Совсем другой человек. Другой. А я вот из России-то 60 лет назад. 60 лет не ступал по родной земле, не видел русской зимы. А все ясно помнится. Морозный январь, снег под ногами хрустит в феврале. Ветер сугроба наметает, а на Пасху, да? Солнце сияет на куполах храма Христа Спасителя. Да. Вы мальчишкой были, снег ели? Ну, вероятно, да, наверное. А правда, у него есть какой-то свой совершенно особый вкус и запах. Ну, снег пахнет свежестью. Мне почему-то всегда казалось, что арбузом. Свежестью, арбузом. Поразительно, поразительно. Свежестью, арбузом. Часто, часто снится зима. Проснешься, сердце щемит, прав. Прав был Тургенев. Россия без каждого из нас обойтись может нам. Нам без России горе. Горе? Прошу вас. Горе. Впрочем, вам этого не понять, вы ведь недавно из России-то, да. Вы, вероятно, нуждаетесь в моей помощи? Нет, что вы, благодарю вас, нет. Я в вашей помощи не нуждаюсь, нет. Русским надо помочь. Не понимаю. Советским специалистам, которые работают на строительстве комбината. Я хожу на стройку, любуюсь. Замечательно. Замечательные молодые люди. Здравствуйте, дедушка по-русски. По-русски говорят со мной. Да, так вот, сегодня солдаты избили их, а потом увезли. Куда? Тюрьму Круэль, где содержится уголовник. За что? Вначале арестовали местных коммунистов, которые вместе с ними работали. Русские, естественно, протестовали и прекратили работу. Тогда приехал полковник Матеос и приказал арестовать русских. В городе нет советского консульства. Я к вам пришел, к вам. Благодарю вас. Ну, вас беспокоят из государственного госпиталя милосердия. Пожалуйста, соедините меня с советским посольством в столице.
никак нет связи. Алло! Странный человек, Егоров, но кто вас соединит с советским посольством? Это вновь из госпиталя. Тогда, пожалуйста, соедините меня с представительством Красного Креста. Вы только что сказали, что связи нет, но позвольте вам не поверить. Она бросила трубку. Ну, стало быть, они уже захватили телефонную станцию. Ну что ж, я, пожалуй, пойду. Пойду. Скажите, господин Егоров, а вы долго еще намерены здесь быть? Не знаю. Видите, как дело обернулось? Вот! Вот! Никто! Никто не знает своей судьбы. Никто! Когда я в Севастополе прорывался на пароход, разве я мог подумать, что всю жизнь придется провести на чужой земле? Да, но я всегда помню, что я русский. Хоть я и отрезанный ломоть от родины, но я русский. И поверьте, Николай Владимирович помогает. Силы дает. Мы ведь двужильные. В беде выносливые, помоги нам Бог. Честь имею. Честь имею. Если я что-нибудь узнаю о советских специалистах, я обязательно попытаюсь вам сообщить. Благодарю вас. Честь имею. Честь имею. Честь имею. Вот. Друзья, быть может, мы все вместе попытаемся пройти в отель. Я бы оттуда подал телеграмму. Солдаты у дверей. Ну, не станут же они употреблять силу против нас. Ну, кто знает. Пошли. Я не трус. Я бывал не в таких переделках Парижа, когда туда вступили боши. Но к старости жизнь становится дороже. Да, это почему же, Клод? На склоне лет жизнь видишь во всем моем многоцветии, Бен. А перед вами она еще пока в черно-белом изображение. Филе с кровью, бутылка аньеха, сладкое молоко. Ну, знаете, если это черно-белое, тогда что цветное? Доживете до моих лет, узнаю. Я не тороплюсь, Клод, мне сейчас неплохо. Капитан! Добрый вечер, сеньоры. Ну вот, так я и знал. Придет какой-нибудь чин, и все будет окей. Долго же мы тебя дожидались. Очень рад, что ты позвонила мне, Амали. Сердце затрепетало, веришь? Только прежде извинись перед врачами. Их не выпускают. Ничего не поделаешь. На улице неспокойно, и всякое может случиться. Потом отвечай перед Международным Красным Крестом. А зачем? Сеньор капитан, мы вас благодарим за заботу, но до отеля как-нибудь доберемся. У нас машина у подъезда, и здесь недалеко. А здесь уютнее, мисс. Поверьте мне. Мне необходимо срочно связаться с посольством моей страны. К сожалению, это невозможно. Отключили телефон. Ну, я пошлю телеграмму из отеля. Телеграф не будет работать до окончания военных действий. Да вы не волнуйтесь, сеньоры, все будет нормально. Послушай, Пако, ты что, с ума сошел? Это же иностранцы. Перед тобой известные врачи. Очень приятно познакомиться. Пако Берланга. Берланга. Бен. Пако. Пако Берланга. Вот. Черные поклонники Висента закидали нас камнями. Представляете, одному нашему проломили голову. Вот этот щенок руководил. Стрелять надо было, сержант. Пожалели все-таки подростки. Извините, сеньоры. Ну, зачем ты бросал камни? Да чтобы вы убрались из больницы, вот зачем. Это уже мужской разговор. Ты мне нравишься, парень? Мой характер, только скажи, чем он вас так всех покорил, Висенте? А он не лжет нам. Никогда. Значит, кто-то другой лжет. А ты не боишься, что я сейчас возьму тебя одной рукой и вышвырну в окошко, и пускай поклонники Висенте собирают твои останки? Капитан. Наслушался песен, ему, видите ли, захотелось швырять камни, рушить и сжечь все то, что веками создавали твои отцы и деды. Фернандо. Да. Отведи его к солдату, которому
Разбили голову, пусть займется. Сеньор капитан, да что? Стойте! Что вы делаете? Что вы делаете, капитан? Он почти мальчишка. Мальчишка? А за мальчишки опаснее взрослых, вы же слышали? Он никого не боится? Он защищает любимого певца. Вы вспомните свою юность. Вы радовали жизни, дарили девчонкам цветы, и у вас, наверное, тоже был свой кумир. И вы готовы были умереть ради него. Так, вы пастор? Я врач. Так вот, не суйте нос не в свое дело. Да вспомни, как по воскресеньям ты ходил в церковь. Там ты шептал молитвы о добре. А сейчас я взялся за оружие, чтобы это добро защитить от всяких там ублюдков. А кто они? Может, и Висенте в их числе? Или наши специалисты, которых вы упрятали за решетку. Поясняю. На Висенте мне наплевать, он под белой простыней, пусть отдохнет. А вот ваши специалисты попытались вмешаться в наши внутренние дела. Это нехорошо, они вступили за наших коммунистов. Кто вам давал право арестовывать их? Ну, право мне дал мой командир, полковник Матеус. За что? За то, что они приехали на вашу землю строить дома? Да ты побойся Бога. Знаешь, из каких они стран? Великие державы. Великие державы, Амани, сейчас друг друга ракетами пугают. Им пока не до нас. Ты мне лучше скажи, ты меня еще помнишь? Да. Шестой, на связи 13. Ну я. Шестой, ты задержал врачей? Конечно, Луис. Что ты сделал? Пако, Матеос ранен. Не может быть. Мы отвезли его в клинику Лобоса. Ранение очень тяжелое. Врачи растерялись, не начинают операцию. Бери этих знаменитостей и срочно туда. Я жду. Я сейчас, Луис. Сеньоры, прошу садиться. Присядьте на минутку. Вот как бывает в жизни, сеньоры. Ранен наш командир, полковник Матеус. Вы его не знаете, но поверьте мне, это достойный человек, истинный демократ, бесстрашный боец за интересы народа. Я прошу вас, сеньоры. Я вас очень прошу, у вас опыт, у вас знания, у вас международный класс. Только что вы спасли от гибели певца Висенте. Моя машина у подъезда. Вы молчите, сеньора. Мы приехали сюда для того, чтобы помогать пострадавшим от землетрясения. Певец Висенте – это тоже жертва землетрясения? Мы находились здесь, когда его привезли. Но ехать сейчас в частную клинику и подменять местных врачей. Я, правда, не знаю, что по этому поводу думают мои коллеги. Я ведь могу попросить солдат. Вас посадят в машину и отвезут. Сеньор капитан, хирургия – дело тонкое, насилие не терпит. Прошу прощения, сеньора, я все понял. Вам неудобно оперировать Матеуса в частной клинике, мы привезем его сюда. Здесь условия лучше, аппаратура современная. Вообще, к чему лишние разговоры? Матеус будет сейчас здесь. Готовьтесь. Капитан Берланга приказал передать это врачам. Медицинское заключение. Прислали из клиники Лопеса. Значит, скоро привезут Матеуса. Пуля пробила легкое,
и застряла возле сердца. Ай-яй-яй-яй. Придержи язык. Да. Ну что ж, по-моему, маэстро Егоров может извлечь пулю из любой части тела. Не прибедняйтесь, Бен. Вы отличный хирург. Но это сам Матеус. Ну, у сеньора Егорова не дрогнула рука, когда он оперировал самого Висента. Он уже делал сегодня операцию. Клод, а вам не кажется, что сеньор Егоров обратил Джейн в свою веру? Да, вам это не дает покоя. Джейн неравнодушна к Егорову, ну и что? Сенсация. Что-то сенсационное. Любовь и дружба представителей двух враждующих государств. Монтеки и Капулетти. Мы уже вышли из возраста Ромео и Джульетты. Разве возраст помеха для любви? В Шотландии был конкурс на самую красивую бабушку. Ну, шотландцы большие оригиналы. А ведь это Рената Краус, очаровательная блондинка, вполне можно увлечься. Я предпочитаю женщин помоложе. Ну, неплохо, когда женщина знает жизнь и все понимает. Джей, а вы случайно не собираетесь в Россию? Мечтала бы. Ну, ведь там же холодно, зимой уши замерзают и звенят, как стекляшки. Джейн наденет пуховый платок. Нет, Джейн, я вам не советую ехать в Россию. Маэстро Егоров не сможет вам устраивать веселые уикенды. О веселых уикендах, Бен, мечтают только те, кому вдвоем скучно. Прошу. И потом вас туда не пустят, просто визу не дадут. Почему же? Ну, если бы Джейн была из какой-нибудь там Гвинеи. Вот Джейн хирург из Соединенных Штатов. Нет, Джейн, я вам не советую ехать в Россию. Вы там быстро растолстеете и потеряете свое обаяние. С чего это вы взяли? Ну, потому что видел я советских женщин в Гаване. Ужасно толстые, без стали, прут как танки. А, наверное, толстый человек легче переносит холодную зиму. Ну, до революции в России тоже было холодно, однако женщина была грациозна, ее воспевали поэты. Ну, значит, они питаться стали лучше. Не в этом дело, просто... Революция дала советской женщине равноправие. Вот теперь она сознательно толстеет, чтобы ей легче было бороться с мужчиной. Вы неповторимый, Бен. Любой, даже очень сложный вопрос вы всегда сведете к женщине. Дорогая Джейн, вот когда мне будет столько лет, сколько Клоду, вот тогда я начну бубнить о гармонии человека и природы. А сейчас вы готовы бубнить даже о Кассиопее. Лишь бы не об операции. А делать ее придется вам. Почему мне? Грудная хирургия не моя специальность. Я могу лишь ассистировать. И Джейн тоже. А Егоров уже оперировал сегодня. Вот что, хватит. Операцию должен делать тот, кто опытнее. Значит, Егоров. Послушайте, Егоров, сейчас в этом городе вы стали суперзвездой, спаситель Висенте. Жаль, что вы не практикуете. Вы богаты? Да. У вас есть вилла на Черном море? На Черном нет. Ну, а на Балтийском? На Балтийском тоже нет. И даже на Охотском нет. Но вы не волнуйтесь за меня, добрая душа. Я, как у нас говорят, в полном порядке. А вы, Бен, можете неплохо заработать на операции, Матеус. Нет, не может. Ему страшно. Допустим. Бен. Ведь это из репертуара неудачников. Не у всех гладко складывается жизнь, мэм. Я работал в хорошей клинике. Но однажды у меня умер больной. Очень влиятельная личность. Представляете, не по моей вине. Директор меня вызвал и сказал, больше вы у нас не работаете. Ну почему же, если не по вашей вине? Я понимаю, маэстро Егоров, что ваша советская демократия самая передовая демократия. И вы можете, наверное, спорить со своим директором вплоть до хрипоты. Я живу, слава богу, в Англии, и здесь тоже не Советский Союз. И с военными шутки плохи. Но ведь вы же хирург. Скажите, Егоров, только откровенно, вы не хотите оперировать Матеуса? Нет, не хочу. И не потому, что вы устали. Просто Матеус вам не симпатичен. Он
исповедуют чуждые вам идеи. Дело не только в идеях. Поймите же, в конце концов, у каждого своя правда. У одного черное, у другого белое. Слушаешь радио, с востока передают Пиночет, узурпатор, Самоса, тиран. С запада вещают Пиночет, законный правитель, Самоса, благодетель народа. Уши вянут. Да хватит, хватит, Бен, надоели ваши монологи. Я понимаю, Джейн, вы симпатизируете Егорову. И в жизни всякое бывает. Но чувства не должны нас сейчас лишать здравого смысла. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы все должны просить Егорова. Мы все должны умолять его на коленях. Только не надо унижаться, Бен. Вы джентльмен, вам это не к лицу. Послушайте, старина, Матеус их лидер, Матеус их командир. Поэтому операцию надо делать наверняка. Только в этом случае нас могут отпустить. Джейн, вы же сами восхищались руками Егорова. Пальцы тонкие, длинные, чуткие. Вот теперь они нам должны помочь. Нужно учитывать душевное состояние врача. Егорову не симпатичен Матеус. Понимаю. Он бросил в тюрьму его товарищей. Скверно. Егоров, надеюсь, вы-то не забыли девиз Красного Креста? Милосердие на поле брани. Врач обязан спасать раненых, своих, неприятеля, а оказывать им помощь. Только не надо прикрывать свою трусость девизом Красного Креста. Я бы охотно взялся за любую операцию, если бы здесь не было других врачей. Вы опытнее. Об этом в дивизии Красного Креста ни слова не сказано. Послушайте, сейчас ваша очередь оперировать. Идите в операционную. Хорошо, хорошо, я пойду. Пойду. А вдруг Матеус погибнет? А у Берланги пистолет наготове. Я понимаю, вам не страшны эти капитаны с пистолетами, потому что вы были на войне. А я вырос в мирное время, я в руках оружие не держал. Скажите, вы стреляли в людей? Стрелял. И попадали? Да, попадал. Господи, до чего же может дойти человек? Я стрелял, защищаясь. Я стрелял в вооруженных людей, которые могли убить меня. Проклятие заслуживает тот, кто стреляет в безоружного. Вот фашисты ради развлечения могли поставить мальчишку на колени и разрубить его пополам. Прекратите, Ник. Но почему, Джейн? Мистер Бен не видел войны. Он не знает, видите ли, что такое фашизм. Хотя сейчас стало очень модным изображать их такими белозубыми, голубоглазыми красавцами со свастикой на рукаве. Им ни в чем не хотят уступать в жестокости, подражают. Жестокость, откуда же она берется? И кто дает ей право властвовать над людьми? Ответьте мне, сеньор Егоров, почему в таком случае фашизм до сих пор жив? Его пытались уничтожить, уничтожают, а он жив. Более того, имя Гитлера с каждым десятилетием звучит все громче. Он стал почетным гражданином 45 городов Западной Германии. 45. Жив, потому что его упорно оживляют. Потому что ампутируют печальную память. Жив. Мир рушится. А болтуны, социалисты и коммунисты скоро совсем его погубят. Митинги, призывы, лозунги. Народу сулят райские долины, но мы-то с вами знаем, чем это все кончается. Бунтом домохозяек с пустыми кастрюлями. Надо спасать мир, пока не поздно, и нужны сильные личности. Мир никогда не держался на экстремистах. Править народом должны люди умеренные, верующие. Генерал Пиночет в Чили не пропустил еще пока ни одной воскресной мессы. Бог может покарать его за лицемерие. Хватит проповедей. Вы получили медицинское заключение? Да, сэр. Матеуса сейчас привезут сюда, я надеюсь, все готово к операции? Сеньора, я спросил, все ли готово к операции. Скажите, капитан, наших специалистов освободили? На этот вопрос я пока не смогу вам ответить, сеньор Егоров. Разрешите мне поехать к ним. Я врач. Быть может, они нуждаются в моей помощи. Как врач? Вы останетесь здесь, сеньор Егоров.
Вы что, не понимаете, что вмешается наше посольство? Сегодня мы возьмем власть в городе в свои руки и двинем танки на столицу. И завтра некоторым посольствам, кстати, вашему в первую очередь, придется отбыть на родину. Лихо размахнулись. Смотрите, как бы они споткнутся. Вы же умный человек, Егоров. Неужели вы думаете, что вот это все переворот местного значения? Посмотрите на море. Военные корабли Соединенных Штатов у наших берегов. Если вы любите путешествовать, если желаете поохотиться на зверей и людей, вступайте в морскую пехоту. Очень интересная мысль, я советую вам воспользоваться. Ну, я полагаю, это скорее ваше дело. Кто будет оперировать? Так, значит, когда сюда притащили этого горлопана Висенте, вы все сбежали, чтобы спасти ему жизнь? Слушай, чем тебе не по душе Висенте? Ладно, ты думаешь, если он поет песенки, значит, он святой. Но песенку можно спеть и так, и этак. Эти сопляки недаром сходят с ума от этого Висенте. Кто будет оперировать? Так, значит, бунтовать вздумали. Но ведь Матеос не просто мой командир, это мой друг, и я сделаю все, чтобы спасти ему жизнь. Ранение чрезвычайно серьезное, сеньор капитан. Как ни странно, я догадался, поэтому я и обратился к вам. В таком случае лучше всех операцию сделает сеньор Егоров. Почему Егоров? У русских очень не развита хирургия. Война дала им огромный опыт. Так что просите его, сеньор капитан. Я вам точно говорю, просите его. Коммунист? Да. Давно? Почти 30 лет. Солидно. Я слышал, что во время Второй мировой войны врачи оставались вне политики. Во время Второй мировой войны фашисты вешали наших врачей вместе с командирами и политруками. А я знаю, что немецкие врачи лечили русских солдат. Ну, я больше слышал о тех гнусных опытах, которые они проделывали с нашими пленными. Значит, должен оперировать русской? Да, вы знаете, ни я, ни Клод, ни Джейн, мы не можем сравниться с Егоровым ни по опыту, ни по мастерству. Лучшего друга под нож коммуниста. Пока что я еще не сошел с ума. Во время операции врач всегда остается врачом. Это вы остаетесь врачом. Вы, мисс. А у них прежде всего идеология, а потом уже сердце, душа. Я верно говорю, сеньор Егоров? Это уже похоже на истерику, капитан. Паку привезли Матеоса. Он пришел в сознание, зовет тебя скорее. Оперировать будете вы. Амани, отведи врачей в операционную. Сеньор Егоров, а вас я пока попрошу остаться. Да-да, вот здесь. Никого не пускать. Есть. За мной. Бен, да перестаньте дрожать, Бен. Не нервничайте, Бен. Я буду ассистировать вам. Может быть, вы как-то пойдете с нами? Он останется здесь, как велел капитан. Да вы же отлично понимаете, что ваша помощь необходима. Так, помогите Амане отвезти врачей в операционную. Прошу, сеньор.
Стойте! Я забыла сумочку. Разрешите сказать несколько слов сеньору доктору? Приказано никого не пускать. Вы должны быть благодарны русскому доктору. Он спас только людей после землетрясения. Да я слышал об этом, но приказ. Представьте, завтра вас ранят. Мне скажут, делайте операцию, и отвечу, мне приказано делать другим, как? Вот это печально, потому что эдак изогнуться можно. Да. Мне нужно сказать доктору всего два слова. Ну хорошо, но только недолго, два слова. Бен не хочет, чтобы я ассистировала. Сказал, хватит одного Клода. Угу. Боюсь за исход операции, очень волнуется. Понимаю. Но если говорить честно, Джейн, я все-таки счастлив, что нахожусь здесь, а не там. Да если будет летальный исход, вина падет и на вас. Почему? Ну вы же коммунист. Джейн. Только не надо, не надо было об этом говорить здесь, когда перед вами гориллы. Послушайте, Ник, вы живете в другом измерении. Здесь стреляют безоружных. Москва далеко, на посольство не рассчитывайте. До столицы 200 километров, связи никакой. Выслушайте Джейн, меня, Ник. Ну хорошо, выслушайте. Хорошо. Я всегда чувствовала себя одинокой, всегда. И только здесь, с вами, у меня вдруг прошло это горькое чувство. Я теперь по утрам просыпаюсь с радостью от того, что увижу вас. Я хочу быть с вами. Я хочу быть рядом. Я впервые счастлива, Ник. Поверьте мне, впервые. Я очень рад, что познакомился с вами, Джейн. Вы мне удивительно близки. Правда? Правда. Да, да, да. Я не знаю, сказала бы я вам это сейчас. Может быть, позже, не знаю. Я люблю вас. И пусть мы будем жить в разных странах, мне теперь просто важно знать, что вы есть, что я могу написать вам. Я могу получить от вас письмо. Я больше не одинока, Ник. Но я ведь никогда себе не прощу, если сегодня с вами что-то случится. А что с вами может случиться? Меня не обманывает интуиция, нам лучше уехать. Каким образом? Я попробую договориться. Но ведь это невозможно, Джейн. Я знаю этих людей, я договорюсь, Ник. Теперь послушайте вы меня. Вам удастся договориться. Садитесь в машину и уезжайте отсюда как можно быстрее, слышите? Я выберусь отсюда, обязательно выберусь. И когда-нибудь мы еще поработаем с вами вместе. И поедем когда-нибудь в какой-нибудь маленький уютный отель, слышите? И будет там светить нам глупая и добрая луна. Вы же знаете, что я без вас отсюда не могу уехать. Джейн, ну если действительно вам удастся договориться, что подумают о нашем отъезде коллеги? Ник, они отсюда выберутся. Я вас уверяю, выберутся. Но вы же видите, им доверили операцию, Ник. Решайтесь. Моя машина у подъезда. Мы доберемся до столицы. Вы сообщите в посольство о судьбе ваших специалистов. Но кто-то же должен сообщить, Ник. Если говорить честно, я только об этом и думаю, Джейн. И потом... Новая встреча с капитаном вам не сулит ничего хорошего. Сержант! Благодарю. Не стоит благодарности, мисс. Я очень уважаю врачей. Без них не обойтись. Вот недавно у моей дочки был приступ аппендицита. Вот врачи помогли. Да, но врачи всегда смотрят как на скорую помощь. А врачи тоже часто нуждаются в помощи, а люди об этом не думают. Ну, вы не правы, мисс. Все всегда благодарны врачам и всегда готовы прийти к ним на помощь. Я же вот нарушил приказ командира, разрешил вам поговорить. Да, благодарю. А у меня к вам еще одна маленькая просьба. Мисс, ну если это только в моих силах. Да, конечно, сержант. Что? Сержант, отпустите доктора со мной. Да вы что, мисс? Я этого сделать не могу. Да поймите, сержант.
Да что вы беспокоитесь, врача не тронут. Ну, я вам за это заплачу. Я не возьму денег, мисс. Я не возьму денег, нет, нет. Ну, тогда 500. Ну, вы понимаете, что я сильно рискую? Да, понимаю. Тогда держите все, что у меня есть, да? Поехали. Хорошо, пускай уходит. И быстрее. И поверьте, мисс, честное слово, я это делаю не ради денег. Я очень уважаю врачей. Не туда, сюда. Говорит Орландо. Сейчас у выхода появится русский доктор и американка. Задержи их и сообщи Берланге. Все. Все жители Сан-Лоредо с удовлетворением восприняли весть о том, что революционную хунту в нашем городе возглавляет энергичный и молодой полковник Матеус. Сейчас он в гуще событий. Полковник Матеус заявил журналистам, что через час в городе стихнет стрельба, и жизнь войдет в свою нормальную колею. И, ну дают ловкачи. Матеос же заявил журналистам, у него уже язык не ворочается, он вот-вот дух испустит. Ну дают. Смехота. А говорят коммунисты, люди мужественные, бесстрашные, а вы как... Как крыса норовите удрать в щель. Я полагал, что разговор наш с вами окончен, мне здесь более делать нечего. Ну почему же? Вы коммунист, я ваш противник. Давайте поговорим, как вы любите, без истерик. О чем? Или вы думаете, Берланга темные провинциалы корчат из себя властолюбца? Напрасно, сеньор Егоров. За моей спиной вот эти ребята. А вы взгляните им в лицо. Сколько веры! Эти мальчики пойдут на все, и ничто их не остановит. В каждом человеке, сеньор Егоров, живет зверь, в иные моменты он пробуждается. В пещерном, согласен. Только я попросил бы вас со мной говорить в другом тоне. Сеньор капитан, не стоит накалять страсти. Лучше отпустите нас. Да. Куда изволите, мисс? В столицу. Вы тоже коммунистка? Нет. Тогда зачем вы суете нос в мужской разговор? Я врач! Поясняю, врачу хорошо бы заняться своим делом. Ваше место в операционной, мисс. Отведи. Но я еще и американка. И ваше хамство, капитан, не пройдет вам даром. Испугала, а? Капитан. Ну, если угодно, я прошу вас. Разрешите мне пойти в отель. Как же я вас отпущу, сеньор Егоров? А вдруг на улице вас прихлопнут, отвечает Берланге. Зачем? Побудьте пока вот здесь. Прошу, сеньор. Эрнандо? Да. Подойди ко мне. Ну, ближе, ближе. Зачем ты его выпустил? Бабай! Ну, оробел! Иностранец все-таки, не какой-нибудь там Мигелита с улицы. Я вот тебя посажу суток на 7 в карцер. Встать! Ну, я сразу сообщил по рации, капитан. Руки! И получилось очень даже ловко. Я его отпустил, часовой задержал. Никакого международного скандала. Регулярная армия. Все ловчат. Пойди проверь посты. И посмотри, что делают эти сопляки, поклонники Висента. Давай. Есть.
Что? Операцию начали. А у меня голова на плечах, а? Согласись, Амалия. Стой. Лучшие хирурги делают операцию. Но лучший сидит под арестом. Черт с ним, мы и без него справимся. Ты мне лучше скажи, ты помнишь, как год назад мы с тобой гульнули в ресторане «Три стрелы», а? Ты вспомни, потом вся ночь была наша, Амани. А знаешь, год назад ты был другим. Я была так влюблена в тебя. В чем же дело? Сейчас твоя любовь должна воспламенеть с новой силой. Войдешь со мной в ресторан, в любой, как королева войдешь. Все будут спины гнуть. А вдруг они теперь от страха залезут под стол? Разбегайтесь, люди, капитан Берланга идет, так? Не лезь. Ну ладно, ладно. Ты бы сейчас должна за честь принимать мои ухаживания. Я как-никак первый человек в городе. Ты не первый, ты второй. После Матеуса. Да, но Матеус лежит, а Берланга стоит. Ну я тебе морду-то сейчас расцарапаю. Слушай, твой дружок там на операционном столе, ведь операции может быть любой исход. Операции может быть только один исход. Благополучный. Егоров! Где Егоров? Что случилось? Мы не можем справиться с кровотечением. Что? Нужен Егоров! Быстрее, капитан, иначе будет поздно. Ну иди теперь. Скорее, воин. Сеньор Егоров! Сеньор Егоров! Прошу вас, сеньор Егоров, выслушайте меня. Все, что вы могли сказать, я уже слышал, капитан. Так часто бывает в жизни, судьба играет человека. В данном случае вы играете человеческими судьбами. Сейчас не время спорить, сеньор Егоров. А я полагаю, что смысла в этом нет. Я дам вам $1000. За что? За что? За то, что вы пойдете в операционную. Сеньор Егоров, вы должны меня понять. Когда я услышал слово «коммунист», на меня затмение нашло. Я понял, вы врач. Вы прежде всего врач. У вас же золотые руки, сеньор Егоров. Спасите жизнь Матеусу. Врачи оперируют даже преступников. Когда они в тюрьме. Я заплачу вам $2000. Три. Я дам вам все свои деньги. Ну что еще, сеньор Егоров? Ради всего святого. Я отпущу вас с американкой в столицу. Ну сделайте что-нибудь. Неужели у вас нету чувства гуманности? Да ты мне будешь говорить о гуманности. Да я на твоем месте забыл бы это слово навсегда. Забыл. В какой бы дом я ни входил, я вхожу туда для пользы больного, будучи далек от всего неправедного, несправедливого и пагубного. Ты когда-нибудь слышал такие слова? Я освобожу советских специалистов. Немедленно. Луис! Луис! Сеньор Егоров, остановка сердца. Халат! Луис. Луис. Да. На связи 13-й. Как Матеус? Плохо, Луис. Где врачи? Врачи при нем. Скажи им, если умрет Матеус, мы их повесим. Освободи советских специалистов. Это еще зачем? Так надо, Луис. Ты знаешь, почему мы их посадили. Оперирует русский врач, понял? Матеус приказал... Матеус на операционном столе! Этого я не сделаю. Ради всего святого, Луис, я прошу. Хорошо. Хорошо, я освобожу. Но за это ты ответишь. Быть перед Господом Богом. Молись. Святая Дева Каридат, сделай так, чтобы Матеус остался жить. Я бы... Не зря его прославляли. Молись. Я буду молить тебя всю свою жизнь. Святая Дева Каридат. Попал бы этот русский в лапы твоего друга. Он отправил бы его на тот свет. А ты думаешь, Егоров в восторге от вас?
однако пошел в операционную. Русские, они сердобольные. Странный народ. Непонятный. Святая Дева Каридат, я буду молить тебя всю свою жизнь со слезами на глазах и болью в сердце. Сохрани Матеосу жизнь. Если полковник умрет, я всем расскажу, что его зарезал советский врач. Слушай, у тебя совесть по ночам не мучает? Совесть мучает дураков, Амани. А ведь ты... Ты был моей первой любовью. Я тебе верила. Ты что же, прятал свою жестокость? Жестокость? Жестокости у меня тогда не было. Откуда она у тебя взялась, Паку? Коммунисты пробудили. Ну почему они у тебя всегда виноваты? Объясни мне, почему? Потому что виноваты. Потому что земли моего отца отняли. Потому что дом, где я родился, в Томилью сожгли. Потому что отец умер вот на этих руках. Я должен быть добреньким. Но скажи, Амани, ты ведь меня знаешь. Сеньор капитан, мы перевоспитали этого щенка. Он больше не будет бросать камни в наших солдат. Отойдите, сеньорита. Ну, поговори. Делайте со мной что хотите. Только Висента не трогайте. Иначе живыми отсюда не выйдете. Послушай меня, мальчик. Только внимательно послушай. Если я только захочу, я живо сверну шею твоему кумиру. Он у меня там за стенкой ждет своей очереди. Пока что мне не до него. Ты понял? Ну ты не тронешь Висенте. Ах, я не трону Висенте. Ах, я не трону Висенте. А я не трону Висенте. Я приглашу его на чашечку кофе с коньяком. Сяду за рояль и сыграю. Ты ведь знаешь, я хорошо играю на рояле, а он споет. А вы все будете в ладоши хлопать. Нравится картина? Нет. Ты ведь не достоин даже сидеть рядом с ним. Не то что аккомпанировать. А, все. Кофе пить не будем. Кстати, песни тоже отменяются. Эрнандо. Да. Этого щенка вышвырни и поживей. Есть. Пошли. Да, пускай покажет всем вот это. Пусть его друзья полюбуются. А они не из пугливых. Ты иди, мальчик, иди. Иди. Да что ж ты делаешь-то, Паку? Тебя за это повесят, тебя убьют. Мне не просто попасть, я пулю утром чую, поэтому мгновение раньше нажимаю на курок. Ну я прошу тебя, остановись. Останови своих людей, пока они не против поздно. Нас, мы против них, кто кого. Хосе вам помешал. Или Висенте. Опять Висенте. Ну что ты будешь делать? Опять Висенте, а ну-ка посмотри мне в лицо. А может быть, ты его любовница? Я мечтала бы о таком счастье. Ну что? А? Жить будет? Я говорю, будет жить. Да будет! Будет. Знаю, из чего ствола пуля вылетела. Какое счастье, сеньора Горов, что вы здесь появились. Какое в том для меня счастье? Счастье. Вы лучше скажите, наших освободили? Да, освободили. Наверное, уже укладывают чемоданы, торопятся домой. Значит, нас тоже не задержат. Вам зеленая улица, мисс. Видит Бог, сеньора Горов, как я вам благодарен, прошу вас. Мало. У меня с собой больше денег нет. Заберите. Как? Бескорыстие еще больше украшает вас, сеньор Горов. Только что мы спорили, были врагами. Коммунизм, идеология, чепуха. Вот вы для меня сейчас, как друг, верите, отпускать не хочется. Ник, нам надо ехать. А мне с вами дружить не хочется. Жаль. Счастливого пути.
А вы, мисс, не верите мне? Не знаю. Напрасно. В жизни однажды встретишь человека, как Егоров, и все увидишь абсолютно в другом свете. Прошу вас. Я рада, капитан, если вы говорите искренне. Значит, нас не задержит. Какая у вас машина? Серый Бьюик. Номер? 354026. 354026. Не задержат нигде эту машину. Счастливого пути. Жень, а быть может, дождемся Бена и Клода? Их помощь понадобится здесь. Поезжайте. Поехали. Амани. Да. Как Матеус? Скоро отвезем в палату. Давление нормальное, пульс хороший. Врачи при нем? Да. Когда к полковнику можно зайти? Через час, не раньше. Ты скажи Егорову и Джейн, что я сейчас прибегу, я сварю им кофе. Не торопись. Они уже уехали. Можешь прийти и обнять Берлангу. Эрнандо! Они уехали на сером Бьюике, понял? Номер 354026. Сядешь им на хвост, сопроводишь до самой автострады. Смотри, чтобы никуда в сторону не свернули. Отвечаешь головой, понял? Есть. Давай. Еще бы чуть-чуть и в сердце. Да. Повезло Матеусу. Матеусу повезло, потому что Берланга рядом. Ну еще бы. Без тебя бы нам и солнце не светило. Сколько заплатил? Будешь смеяться. Денег не взял. А чем же ты его отблагодарил? Отпустил с американкой в столицу. Ты в своем уме? Я обещал, Луис. Да. Ну, знаешь, вот это благородство тебе будет очень дорого стоить. Что ты волнуешься? Они быстро проскочат город. У них на хвосте наш сержант Эрнандо. Сопроводи до самой автострады. Все будет окей. А мы что же, зря иностранных корреспондентов держим в отеле. А советских специалистов упрятали чуть-чуть дальше. Ты советских не отпустил? Я не сумасшедший. Я освобожу. Освобожу, когда сочту необходимым. Вот когда мы сбросим президента, эти самые иностранцы будут шастать по Европе. И нашу справедливую борьбу за интересы народа назовут путчем. Да, они со слезами на глазах будут рассказывать о всяких наших зверствах. Ты этого хочешь? Они потребуют суда. Над тобой, надо мной, над сеньором Матеосом. Что ж ты молчишь? Если угробишь врачей, Луис, будет международный скандал, понял? Случайность. Автомобильная авария. Выскочит грузовик на перерез. Высота, сам знаешь, 1000-3, если не больше, костей не соберешь. Там американка. И прекрасно. Прекрасно. Левым не удастся нас обвинить, потому что там американка, а правые не будут копаться в этом дерьме, потому что там советский врач. Окей. Но Егоров спас жизнь Матеуса, он помог нам. Неужели у тебя нет чувства благодарности, Луис? У меня есть только одно чувство. И у тебя оно было. Егоров прекрасный врач. Лично я впервые встретил такого человека, веришь? Да. Другой породы, с крылышками. А вот когда я упал перед ним на колени, другой бы издевался, пинал меня, Егоров встал и пошел в операционную. Расскажи об этом Берланге чуть раньше. Не поверил бы. Раскис.
Душа слезами обливается, да, Пако, да. Видно, ты забыл, как умирал твой отец. Не ты ли клялся на его могиле? Мстить и убивать. Мстить! Егоров прекрасный врач. Просто прекрасный врач. А может, ты снюхался с ним? Что? Может, тебя купили? За сколько? Ну ладно, хватит болтать. Тогда хватит разговаривать. На какой машине они уехали? На сером Бьюике. Номер? Луис. Номер. Тридцать пять, сорок, 26. Разрешите? Входите. Где же Егоров и Джея? Уехали. Как уехали? Ну как уехали? Сели в машину и уехали. Куда? В столицу. Ну вот. А вы обвиняли меня во всех смертных грехах. Кричали, где ваше благородство? Видите, каждый спасает свою шкуру как может. Эта мисс тоже хороша, хотя бы сказала гудбай. Прекратите, да. И они не спрашивали о нас? Нет. Не верю. Почему? Ваши глаза. Слушайте, Клод, бросьте заниматься чепухой. То вы о природе толдычите, теперь за телепатию взялись. Я верю капитану. Потому что для меня при любой политической ситуации люди всегда остаются людьми. Как быстро вы прониклись к нему доверием. Слушайте, сеньор, вы слишком много себе позволяете. Я ведь могу прищемить вам язык. Я это слышал в 40-м, когда в Париж вступили Боши. Клод, а лучше всего отправляться к индейцам. Только учтите, они могут принести вас в жертву своему богу! Господи, как быстро рвутся связи между людьми. Но знаете, Бен, конформизм никогда не приводил в оливковые рощи. Сегодня вы будете служить этому капитану, завтра другому! А лет через 10 слиняйте, превратитесь в ничто. Оставьте свои псалмы для индейцев. Я найду аудиторию пообширнее, Бен.
Интересно узнать, где он ее найдет. Аудиторию. И вообще, кто его отсюда выпустит? А, француз. Французы всегда легкомысленны, сеньор капитан. Да, легкомыслие украшает только женщин, не так ли? Да, сеньор капитан. Встречи с француженками надолго остаются в памяти. Если я не ошибаюсь, вы сами родом из Англии? Да, сэр. Ну, англичане не так легкомысленны, как французы. Правда, вот хирурги неважные. Операция всегда риск, сеньор капитан. Случается всякое. Я понимаю, но присмотреть за Матеосом, я надеюсь, вы все-таки сможете. Да. Идите. Слушаю, сэр. Все-таки он их угробил. Идиот. Егоров и Джейн. Они же спасли твоего друга. Как тебя только земля держит. А за что ты убил их? За что? Мне стыдно жить после того, как погибли эти люди. Святая Дева Каритат, ну покарай его. Молю тебя. Не давай ты этому ничтожеству власти над людьми. Не позволяй ему истязать их, мучить. Да пусть ему будет тошно жить на этом свете. Пусть его преследуют все те, кого он обманывал и убивал. Да будь он проклят! Будь он проклят! Проклят! Проклят!